Привет, народ! Ну, так как я обещал, я вам покажу, расскажу про свою картоплекопалку, что я в ней переделал, что я доделал. Вот, под мотоблок MotorCinch. Изначально она была у меня подстроена под маленький зерка 41. Вот там шкивон, там ременная передача была. Вот, а сейчас вот что мы имеем. Хотел красить, но в принципе я хочу показать. Без краски, пока ничто не закрашено, что здесь переделано, что варено, что точено. Вот. Значит, первым делом поставил масленки тавотницы на каждый шарнир. Вот. Вот их видно там. Да? Видно, Сань? Вот, на каждый. Сзади, спереди, значит, 6, 12. 12 штук на шарнирах. Вот. Ну и одна вот сюда, вот в эту шатун. Значит, вот этот ролик, если помните, трошки дальше, видите? Вот этот ролик, если помните, он стоял у меня здесь. Был на нем шкив и ремень, двигатель. Работал, это все дело крутилось. Вот. Ну, MotorCinch получается вал был отбора мощности, то есть совсем другая история, совсем другой привод. Вот. Переделал, значит, подвон. Вот. Поотрезал все, повыкидывал все, что не нужно, и вытащил вот вал. Заказал в интернете шлицевую втулку. Вот. Тоже она была точно там проточена. С валом соединено все на штифтах, вот такие вот соединительные муфты я повытачивал, то есть напрессованы на этот конец и на этот, вот, и сделаны штифты, если видно вам. Вот так. Ну, ролик этот так и остался у меня с автобуса ПАЗ. Дальше шатун, все это кривышип остался здесь. Вот я вытащил тоже втулку, в этой втулке в середине, ну, в этом шарнире в середине запрессована латунная втулка, то есть точно там все подогнато, почти без люфтов, болт вытащен, все здесь. Вот шаровый этот палец тяги от Жигуля поставлен, не помню сколько, 50 гривен, вот такой нормальный. Вот. Здесь выточена под палец, выточена тоже втулочка, в которой сделан конус. Тоже на станочке все сам делал своими руками. Вот так. Ну, такой еще вопрос ко всем, кто будет смотреть. Не знаю, сюда вот надо будет сверлить масленку. Вот. Раньше сверлили, ставили. Нужна она там, не нужна, в принципе, это вопрос. 50 гривен там разобьется, износится, отрезал, открутил, выбил, новое приварил, вставил, это буквально там полчаса времени займет, то есть менять. Ну, пока не ставил. Так, склоняюсь, ставить, не знаю, пока не буду. Вот, в принципе, вот так. Ну что, покажу, как работает. А, да, еще один момент. Был вытащен шкворень длиннее на 5-6 миллиметров, по-моему. Вот. Почему? Потому что вот эта втулочка заводской не доходил до нее. Вот там сделано отверстие. Вот, и чтобы все это дело фиксировалось, надо было сделать длиннее. Так ребята советовали, так я и решил сделать. Так, ставим. Все, ручки там попали. Надо провернуть вал, чтобы шлицы попали, все, она гладит нормально. Вставляем корень.
Ну, по идее, он должен сам туда вскочить. Вот так вот. Фиксируем. Все. Еще здесь два. В принципе, на каменских копалочках этого нет. Там по чуть-чуть по-другому сделано. Ну, я поставлю еще два упорные болта такие, которые упираются у корпус коробки. То есть, в принципе, при копке, чтобы жестче конструкция была, их нужно будет разжать. Ну что, заводим. А, кстати, очень удобная вещь. Ради со сенсорами. Очень удобная вещь. Вот так вот работает. Здесь вот получается она скрыта, вот, и я так подумал, пыль, все, вот, земля будет попадать. То есть я туда вставил просто поролоновую такую пыль, ну так нормально, в принципе, как пыль. Конечно, есть. Почему? Потому что он висит. Если мы зажмем его в землю, ну, насколько я знаю, на том мотоблоке, вибрация вообще исчезает. То есть этого всего не будет. Ну, как будет работать? Ну, я думаю, будет работать. Потом еще снимем видео и покажем. Сейчас, в принципе, еще картошечка у нас не созрела. Все зеленые. Ну, так, ребята. Спасибо за внимание. Пока-пока.